здравствуйте. Я прочту вам стихотворение Маргариты Агашиной «Солдату Сталинграда». Четверть века назад отгремели бои, отболели, отмаялись раны твои. Но далекому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер? На сердце ладонь и в глазах, как в ручьях, притаился огонь. Говорят, что не плачет солдат, он солдат, и что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? От того, что на солнце сверкает река, от того, что над Волгой летят облака. Просто больно смотреть, золотятся поля, просто горько белеют чубы ковыля. Посмотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, старый солдат? То ли сердце горит, то ли раны болят.